Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу вам, как пройти квест егеря «Путь выживальщика запасливый». Для начала вам нужно купить два вот таких вот сухпайка и две бутылки воды, именно такой аква, так называемый. После этого выходите на локацию лес, немножко поработаем с закладчиками, так скажем. В общем, на карте лес есть два заброшенных бункера, ЗБ-014 и ЗБ-016. Вам нужно спуститься в них и сразу же перед входом, как вы можете видеть на видео, будет показано у вас маркер, что вы можете здесь установить, то есть place. Закладывайте закладку, бутылочку воды и сухпайок. В каждый бункер вам нужно положить по одной бутылке и по одному сухпайку. После этого выходите из локации и все, квест выполнен. Егерь писается от счастья. Ну что ж, если вам понравилось, поставьте лайк. На этом у меня все, всем до скорой встречи и пока-пока.